оставьте сыр на несколько часов при комнатной температуре. Если он стал влажным на ощупь, значит, в нем есть растительные масла. Это не сыр, а сырный продукт. Надавите на кусок сыра. Если из него вытекает жидкость, сыр просрочен. Этот способ не действует только для мягких сыров типа брынзы. Попросите продавца при вас отрезать кусок сыра от головки. Так больше шансов купить свежий сыр. Заранее нарезанные и упакованные в супермаркете куски могут быть просрочены. Если на этикетке с плавленным сыром стоит вот такой значок ГОСТ, то, скорее всего, сыр сделали из качественного сырья. В сыр, сделанный ПТУ, производитель может добавлять практически что угодно –